Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео, и последнее, кстати, видео из серии возвращения проданных лошадей. Со мной, опять же, сегодня мои самые верные и любимые друзья из клуба, в сопровождении которых я нахожусь, специально села на пони. Кто не помнит, сегодня я покупаю сразу двух поней, ну, чтобы как-то уже закончить с ними. Я прокачала купленную последнюю лошадь, которая тоже возвращенная, Клейд. Я тоже его уже прокачала до 15-го. Поэтому сегодня настала очередь понях. Передо мной я уже открыла имена. Сегодня мы возвращаем пони Чинкатик по имени Милая Радость. Единственное, я даже засомневалась, возвращать ли именно этой масти, потому что я купила свою старую поняху, которую тоже когда-то продала, старой модельки, она именно такая же бежевая, и по сути вот эту Чинкатик я тоже взяла только потому, что она вот такая вот бежевенькая и напоминала мне старую добрую лошадку. Но сегодня все-таки мы возвращаем именно эту, потому что мне ее так не хватало. Она стоит 700 СК. Видео с ней я оставлю ссылочку направляющую. Если что, сможете зайти посмотреть. Так, она называлась Милая Радость. Найти бы сейчас. Это и Милая, и Радость. Коломане, ПРСПРА. Вот. Так, Милая Радость, Милая Радость. Вот такая вот поняха с возвращением в конюшню. Блин, опять эти эмоции, что мне так жалко, мне так стыдно, что я их продала. Это кошмар. Больше никогда не продавайте лошадей. Вот никогда, особенно магиков. Никогда не продавайте их. Так, Чинкатик возвращена. Теперь мне нужно перезайти в игру, потому что следующая пони... Ну, нужен английский язык для имени. Так, едьте в ФП. Так, сейчас надо быстренько перезайти, поменять язык и зайти обратно и встретиться со своими друзьями. Вот и перезашла я. Мы наконец-то все вместе добрались до отсюда. Для чего мне нужно переходить? Потому что имя этого поняхи... Тоже выставлю сюда подсказочку на видео с покупкой. Его первой покупкой. У него имя на английском языке. Так, давайте посмотрим, проверим, как же тебя звали. Если я не ошибаюсь, его звали Spirit Angel, но я хочу убедиться. Да, действительно так и было, его звали Spirit Angel. Единственное, что изменилось с того времени, что из-за какой-то ошибки в файлах, я так думаю, у разработчиков, у них приклеилась грива к голове, и теперь она вечно вот так вот гуляет. Это раздражает, если честно. Так, всего лишь 350 СК, и у меня останется 12 тысяч. Ой, не зря я тогда потратилась, я вам скажу, денежки на такой себе подарок на лето. Так, значит, спирит. Ищем. Spider Spirit Angel. Так, Spirit Angel. Все. Ну что, дорогой мой дружочек, с возвращением в конюшеньку. Две поняхи за один день, боже. С возвращением, ребята. Это все, это последние две лошадки, которые были возвращены в родную конюшню, которых я продала, но вернула обратно. Купила. Все. Сейчас слезы потекут. Я так рада, что теперь у меня в конюшне все, кого я продала. Единственное исключение — это Шайер. Но что-то пока, если честно, я его возвращать не стремлюсь, потому что я думаю, это из-за того, что у меня очень-очень много магических Шайеров. Я специально оставляла, кстати, в конюшне место, чтобы когда можно было зайти, эти две прелести стояли здесь. Так вот, вот так вот надо их поменять местами. О, серебряная луна, смотри, твой
Братишка вернулся, Spirit Angel. О, первого уровня. Интересно, кстати, я не помню, какого он был уровня, когда я его продавала. Я помню, что Шайра продавала, он был 15-м, а Клейд вроде 13-го. Но я не уверена, а какого был уровня Spirit Angel, я вообще не помню. Может быть, до 10-го точно докачала. Имела радость, какого уровня была, я не помню. Но я не припоминаю, чтобы я их докачивала до 15-го. Уть моя девочка. А, снова дома. Давайте, кстати, проверим. Раньше у меня не было такой возможности, потому что вначале не было одной, потом не было другой. А сейчас они обе вместе, да. Вот, вот они, мои две бежевенькие девочки. Которые там вообще... Все. Простите, поняхи, поняхи, я к вам вообще нечестно относилась и продала вас тоже. Это вообще... Я злой, я плохой человек. Но все, я больше лошадок продавать не буду. Это мое кредо. Больше никаких продаж лошадей. Окей. О, все-таки вот они две абсолютно разные. И по ощущениям, и по ассоциациям, милая радость, мирная забава, и Spirit Angel. Все, поняхи все на месте. Ура, какое счастье-то. Так, меня все заглючило немножечко. Ой, все, надо... Ай, надо выйти и вернуться обратно к девчонкам, потому что я заехала сюда чисто, чтобы посмотреть на своих милых коняшек, так что... Встретимся через секунду. Спасибо, что были со мной всю эту серию видео, где я возвращаю потерянных, ну, не ладно, не потерянных, проданных конях. Сегодня спасибо за компанию Елизавете Волканопав, Юне Тоадханд, Мэри Архаммер. Спасибо вам, девчонки, что были сегодня со мной. Больше покупочек лошадок с клубом специально не будет. Но, девчонки, говорю вам сразу, если вы смотрите это видео и вы хотите поучаствовать в покупочке, к примеру, я буду тогда сообщать вам, когда, в какие моменты буду покупать коней, ждать вас. Только нужно будет тогда реагировать очень-очень быстро, потому что... Да, потому что я иногда спонтанно могу захотеть купить лошадь. Но пока что ближайшая покупочка, возможно, это будет англичанин. Следующий добавленный масти, как мой великий орел, только обновленный. Но ничего обещать не могу. Кто знает, что мне взбредет в голову. Так что спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Никогда не продавайте лошадок. Это я вам буду говорить теперь постоянно. Не только вам, но и себе. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео.